Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1687, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик. И сегодня мы, не знаю, может заканчиваем. Ого-го-го, что так заключило? Не знаю, что так глюкануло. Сегодня мы должны закончить паразитив. Первую часть нашу, да. Думаю, мы сегодня закончим ее. Да, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. О, кофеёк. Ёк-ёк-ёк, кофеёк. Погнали. Так, у нас там должна сейчас быть битва с Ивой. Да, а я, пожалуйста, я должен дать вам... Чё, блядь, опять дать нахрен? Чё опять дать? Так, где-то мы... А, мы на корабле отопылись. А, нет, мы не на корабле должны отопылиться. Ну, короче, всё. Перестаньте, она исчезла с радаров. С пистолетиком. На Еву. Ну да. Ребят, я знаю, что тут надо. Тут мне очень нужна, бля, пушка. Вначале возьмем. Вот это. Она нам очень пригодится сейчас. Так, это ты была. Ты. Так, это ты была, ты. Тьфу ты, блин. Так, это была ты. Майя? Хм, должно быть, так зовут моего хозяина сейчас. Угадает твоя сестра. Ты можешь эволюционировать. Почему ты не на стороне обречен? Почему ты на стороне обреченных? Люди не обречены. Если мои митохондрии могут эволюционировать, я смогу покончить с тобой. Ха-ха-ха-ха, мне нравится твое чувство юмора. Почему люди убивают? Убивают животных и даже себе подобных. На это есть причины, и ты одна из них. Ха-ха-ха-ха, у всякого организма есть своя территория. Она охраняется от естественных врагов. Но пока у человечества не было естественного врага, что и позволило людям процветать до сего времени, вы называете свое развитие историей. Но вы ошибаетесь. Митохондрии жили в телах людей и позволяли вам процветать. Что? Ха-ха. Мы, митохондрии, заставили вас создать для нас прекрасную среду обитания. Люди привыкли, пользоваться на цивилизацию, полагаться на цивилизацию и потеряли первичные инстинкты. Ты разве не понимаешь, как это нам подходит? Что? Ты утверждаешь, что? Люди выжили благодаря митохондриям. Хм, люди служили для нас средством передвижения. Что это значит? Средство передвижения до тех пор, когда митохондрии снова станут свободными. Ха-ха-ха. Но, как видишь, транспорт нам больше не нужен. Отныне митохондрии займут место людей и будут править планетой. Ой-ой, ой-ой. Так, нахер. Она сейчас стрелять будет, походу, дело опять. Да ёптель. Так, я хочу пробовать увернуться от этого. Понять как? Ага. Сейчас мы, блядь, используем кое-что. Освобождение. Ты что, мне тоже сказала, да, нам про освобождение? Что тут митохондрии освободятся? Сейчас освободятся, блядь.
Выдадим тебе пиздюля и пиздюлятора пропишем. На тебе пропиздона. Сучка. Получай, Ева. Паразитирующая. Даже не знаю, кто ты сейчас. Что ты такое? Ой, блядь, нам плохо. А я очухивайся. Блядь, нихуя, нихуя, нихуя. Мне срочно нужно... Сука, аптечка. Лунная сила, дай мне... Блядь, лунная призма, дай мне силу. Ой, что она с мной сделала-то, блядь? Блядь, нихуя, нихуя. Она меня сейчас захэлила. Так, блядь, нихуя, я подлечился, называется. Блядь, сука, мандавошка. Отстань от меня со своей рукой, ебучей. Херня-то недоделанная, блядь. Хватит меня хватать, пытаться. Блядь. Мандавошка. А? Не успела? Она меня зарядила. Ах, блядь, чуть не поймала ведь. Пизда, сука. Сука, пизда, блядь. Ух, блядь. Давай еще раз ей про пиздонов дадим. Пиздим Еву, пиздим, пиздим. Сейчас нам опять будет херово. Что-то у нее слетело. Блять, она вообще бешеной стала. Одна цель осталась. Я от этих херней не успеваю бегать. Ах, она пыталась меня уебать. Не получилось. Получилось. Опять на этими штуками зашмаляла. Блять. Сука. У меня еще инструмент есть, блядь. Мне, походу, лопушку надо сменить. Ладно. Та пушка у меня уже будет помощнее. Это только на эти использовать. Беги! Ай, беги, сука. Беги. Блядь, нихуя она въебала нам. Ну, пиздос, а. Какой, я говорю, лечиться, блядь, а мне? Что творишь-то? Она пытается
лечиться, а что-то... Течка 3 применить. А, я два выстрела... А, я же два выстрела, да. О, а тут, вот тут уже ништячный. Еще шмальнуть? Да. Что-то ей пиздец не задевает. Нормально. Все, кончилось, сука. Ха-ха-ха, хорошая попытка. Но хватит этой ерунды. Смотри и учись, что действительно значит эволюция. Красивая сучка. Ой, что она творит, что-то она разлеталась так бешено. Блять. Она меня засадила. Сука. Сучка еще и отравила. Ты меня заебала. Не веришь, да? Сколько не летала вот еще так быстро. Блять, что она делает нахер? Сучка. Крашеная. Я ее не вижу, сука. Пла. Понизила. Стерва. Блять, я не убегу же от нее. Я замедленный. Где ты? Чтоб тебя казнили через макуху. Да, я тебя еще уебу. Блять, бежим. Да как она меня задевает-то все равно? Ну все, сука, я сейчас выпущу тоже. Тебе пиздос нахер. На тебе тоже. Обмен любезностями, блять. Я не понимаю. Нет, ты не можешь быть нашим естественным врагом. Нет. Блин, такая девка помирает. Сейчас ее совсем интересно стало. You are destroyed it. Yeah, terminated.
должны были быть какие-то митохондрии, которые пошли по другому пути развития. Подумай над этим, Ева. День шестой. Liberation. Ая, идем. Ая, в чем дело? Дэниел, а ты была великолепна. Ая, вот какой у меня напарник. Да, Ая, я рад, что вы смогли вернуться. Зачем Еве понадобилось приносить все это к статуе свободы? Из-за близости океана. Море — это колыбель всего живого. Именно здесь она хочет родить. Если не возражаете, я хотел бы быть один. Офицер, вот всех уже провели вовнутрь, мисс. Мне-то как внутрь попасть? Где дверь-то? Хрен откроешь дверь. Да, не за что. Возьмите это как сувенир, ладно. Мида, да, спасибо. А я из участка пришел в Вейн, чтобы поговорить с тобой. Хо-хо, Ая! А, я буду снаружи, мне плохо от запаха нефти. Я знал, что ты сделаешь это. Когда я услышал, что ты взорвала эту штуку, я должен был приехать сюда. Все говорят, что ты лучший офицер в Нью-Йорке. Первый офицер. В чем дело? Ты убила эту тварь. Ты разве не рада? Наверное, у тебя шок. И ты очень устала. Я приберусь здесь, а ты отдыхай, слышишь? В памяти уничтожения Евы я выгравирую твое имя на любом оружии. Где буква Е? Ай-я. Универсальные ракеты. Как классно на этом крейсере, а? Расскажу об этом мамочке.
могу еще сделать? Ну, хоть что-то одно. Хоть что-то. Ничего меня не пускает. Отличная работа, я получил кое-что от адмирала Уримза. Прошу вас, вы можете воспользоваться всем, чем угодно. О, это хорошо. Да еще аптечек 4. Извините, но больше нет ничего. Сука. Все, мне все хватит. Что мне делать-то? Эй! Рождество, да. Ай, не успел прочитать. Fucking shit. Да, нажал. Извините за опоздание. Мы не могли подойти близко к этому существу, не удостоверившись в его смерти. Ваша помощь высоко оценена, пожалуйста, отдыхайте. Как граждане... Бля, что происходит? Что это? Ты меня пугаешь? Это гигантское существо, которое создавали митохондрии, было... Не может этого быть утробой для сверхсущества? Нет. Черт, что это такое? Вы, наверное, шутите? То сверхсущество мы не успели. Что это за взрывы? Энергия митохондрий вышла из-под контроля, что и приводит к этим взрывам. Улетим на вертолете, пожалуйста, за мной. Все, что мы можем сделать, это бежать. Идем. Ая, в чем дело? Я должна взять это на себя. Ай, нет! Не беспокойся обо мне, я вернусь. I'll be back. Прошу вас, быстрее! Заткнись! Ай, возьми это. Докончай это со своими талисманами, нельзя терять времени. Нет, Дэниел, это другое, это не талисман. Да быстрее вы. Вам надо идти быстро. Ая, ты вернешься, неважно, что там, ты там услышишь. Это музыка, я пьяный. Я пьяный. Я пьяный. Блять, вот дитё, да? Я пьяный, пьяный. Я пьяный. Ты или я, кто доведет дело до конца? Вот в чем вопрос.
Блин, заделай все-таки. Сейчас еще больше мутирует, блядь. Я пьяный. Оно растет, что происходит? Вот это я не люблю. Блять, будем сначала биться. Потому что я забыл, что вначале надо эту херню снести у него. Надо брать ракетницу сразу же. Ох, блядь. Это как так нахер? Нихера. Вот этого я не ждал вообще, этого ребеночка. Да я не знал, что он вообще пакость умеет делать такую мощную. Пакс, сейчас засейвимся сразу же. Пушку меняем. У меня еще вроде бы есть немножко ракет. Надо по нему еще стрелять все-таки. Все, кончилось что? Блять, ракеты кончились. Вот это печаль. Меняем пушку. Так, надо подлечиться, у меня же есть эти лечилки-то, я же себе поднабрал. Самое главное, эту штуку у него сломать. Стой, штука. Резак, блядь. Вы пиздец, ребята. Где она, сука, эта дрянь летающая? Мама. Мама. Пиздец страшно, когда она, сука, рассекает.
Да они же так мелок завалят нахер. Ведь реально завалят. Так, с одну минусанули. Это уже пиздато. Да почему ты оттуда бьешь? Идет с той стороны, которой, блядь, мне не надо. Гендон. Че, в ближнем бою можешь драться. Завалит ведь меня так нахер. Негодяй. С этого мы закатали. Сейчас еще одна мутация, да? Блин. Все, он тираном стал. Что? Это уже взрослое существо. Я он их уверит. Че он сейчас сделает нахер? Короче, он нехорошо все делает. Мне не очень нравится. Че, блядь, сейчас мы тебе тоже пиздов-то дадим. Ты думаешь, самый крутой, что ли? Ну, тоже сейчас тебе как напиздошим. Блять, это да, пиздец он сделал, конечно. Круто. Эффектно, блять, выглядит-то. Ну ты заебал, ты меня же так вообще нахрен. Ничего не дашь сделать мне. Выживать-то как я должен? Если ты будешь херачить. Ты, блядь, терминатор, сука, хует. А здесь меня не можешь достать? Сука, я нашел, как тебя пиздить. Что, все, что ли? Опять цепляться началось. Опять я пьяный. Бля. Он рыбкой стал какой-то, нахуй. Она все еще растет. Не по... Нет, погоди, оно эволюционирует. Да ему сейчас похрен на меня. Oh.
не держаться подальше от этих мелких штучек. Я знаю, ты хочешь жить. Ты же только что родился, но я тоже хочу жить, как и каждый человек. Черт, этому нет конца. Если бы можно было передать это, то Айя... Что это? Это пули с Айя клетками внутри. Так ты это хотел дать ей? Но уже слишком поздно, ничего нельзя сделать. Дурак! Дай их мне! Ну все. Дэниел, это от Миды. Че, вышибаем хп-то теперь те? Не нравится? Дэниел. Боже мой. На крейсере должно быть хоть что-то, чтобы покончить с этим. Что ты хрень еще бегать? Машинное отделение. Сохранить-то нельзя, да? Но у меня же эмулятор. Поэтому я могу сохраняться. Блять, куда бежать? Налево, направо? Сука, я не помню. Я побежал налево. Ладно. Надеюсь, мне сюда? Походу дела, да. Интересно, сейчас сюда мне? Если поднять давление в котле, можно разнести этот кабель на куски. Ты знаешь, где мы? Мы на адской кухне. И сегодня рыбка моя, ты на главное блюдо. Бежим, Майя, бежим.
Тут она догоняет нас. Какой она взлетела? Она летит уже, блин. Вот и все. Get over here! Что-то я не знаю, почему мне скорпион не вспомнился. Ну и все. It's over. Наконец-то. Не понимаю, почему я владею силой. Потому что Майя в тебе тоже Айя. Что? Когда твои мать и сестра умерли, они трансплантировали тебе часть ее тела. В меня? Ох, тогда тебе было 7. Ты, возможно, не помнишь ничего из этого, но ты родилась с дефектом в правом глазе, и роговица Майи была трансплантирована тебе. В мой глаз? И потом то, что я увидел, когда коснулся Ева, было, говорят, в экспериментальной ситуации. То, что мы видим, отпечатывается на роговице, но это научно доказано. Это последнее воспоминание Майи, это последнее, что она видела. Что касается митохондрий, то они были в Айя-теле. Я думаю, они перетерпели совсем другие изменения. Живя в симбиозе с Айя-митохондриями, они обладали такой же силой, что и Ева. Отсюда они развивались так же, что могли существовать с человеком. Я и Майя – сила наших митохондрий. Не начавшись в Японии и продолжилась здесь. Я думаю, это предостережение всему человечеству. Предостережение? То есть? Как это объяснить? Пусть Земля – это организм, тогда человечество на ней как вирус, ничем не контролируемый. Мы, по сути, расстраиваем природный баланс в этом теле. Это, конечно же, самоуничтожение. Мы не настолько слабы. Понимаешь, люди, они в сущности паразиты. Ты хочешь сказать, что мы паразиты на теле планеты? Ага. Смотри, солнце всходит. Давай, спасибо, Мэн. О, блин, я не успел прочитать. Все то, откуда началась наша игра. Я не привык ко всем этим торжествам. Ха, но это я не люблю. Нам бы надо приодеться к Рождеству. Для меня это все впервые, и я немного волнуюсь. А, блин, опять не успел прочитать. Нет, он нажал. Там, короче, Бенова тролль. Читал, что нет, это не то, конечно, начинается. Идем. Тут быстро само пишется и исчезает.
Вы не успеваете прочитать, ребят. Вы это можете на паузу поставить. Дэниел и Бен опаздывают, так, блин? Им следует поторопиться, или... Блин. Фух, комната отдыха наверняка переполнена. Вот то, что нужно. В чем дело? Ты, кажется, взволнован. Да, конечно. Что? А, ну так как я завтра возвращаюсь. Давай, Мида, все классно, как раз вовремя я сижу. Блин. Как раз вовремя я сижу вместе с. Походу дела Мида хотел подкатить. Отец, позволь мне взять Еву в жены. Я запрещаю. Ты отлично знаешь, что произойдет, если ты ослушаешься. Те, подались ее чарам, умерли в мучениях. Ты не понимаешь. Она страдала из-за этих смертей. Она зло. Стража, взять ее и сжечь у столба. Отец, если ты осуждаешь ее на смерть, тогда возьми и мою жизнь вместе с ее. Роберт. Публика сзади. Вы не... Извините. Ладно, Бен, ребята. Ладно, ребята. Это уже я так пробудила, да? Клетки. Ну вот, ребят. И все. Хотел сказать, ребят. В ближайшее время я также, наверное, не заброшу эмулятор. На этом же эмуляторе я хочу попробовать тоже игру от создателя, также Squaresoft.
от этих же Enix, вы как знаете, они создавали по большей степени Final Fantasy игры. Но есть еще очень одна замечательная игра от них же. Подобие Final Fantasy. С закрученным вообще сюжетом, но очень тяжелым, потому что такое пережить тоже надо будет. Там, как вам сказать, будет так происходить. Есть в двух мирах. В одном мире наш персонаж умер, в другом он живой. Игра называется Chrono Cross. Она также похожа, говорю, как на Final Fantasy. Также тот же самый движок, но как вот и как вы видите, вот эта Squaresoft, вот эта вот первая часть Parasitive, она тоже на движке вот как раз Final Fantasy это была. Поэтому, ребят, всем еще раз спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefrite1987. С вами был Нев. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Игру, думаю, Chrono Cross, кто как фанаты Final Fantasy, вы ее оцените. И она реально затягивает, она очень долго, длинная игра будет. Потому что, помню, первый раз я ее прошел за 30 часов где-то. Она очень-очень-очень длинная, потому что там много разных персонажей, много разных развилок, там много разных встреч, там много разных секретов. Блин, это, короче, игра, если ее проходить, если полностью все обыскивать, это настолько долго и, ну, настолько интересно, я говорю, честно скажу, сюжет реально захватывает, потому что ты переживаешь судьбу этого персонажа, который будет, Серж его зовут, по-моему. По-моему, да. Ну и вот. Ну, думаю, вы поймете. Я игру эту начну проходить в ближайшее время. Эмулятор, как видите, у меня есть. Он все нормально тянет. И думаю, вы ее оцените. Ну а всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.